Гражданин Корейко. Я. Александр Иванович. Точно так. Он самый. Прошу садиться. А я ведь вам с поручением. Пожалуйста, пожалуйста. Хотим вас, Александр Иванович, обрадовать. Любопытно будет узнать. Тут 10 тысяч. Хотите, считайте, хотите, нет. Потрудитесь написать расписочку в получении. Вы ошиблись, товарищ? Какие 10? Какая расписка? Как какая? Вас вчера ограбили? Никто не грабил. Но, как не грабили? Грабили вчера у моря. И 10 тысяч забрали. Грабители арестованы. Один старик, напишите расписку. И боже мой, никто не грабит. Тут явная ошибка. Извините, я спешу на службу. Какая служба? Вы куда, гражданин? Не мешайте работать органам. Все доказано. Вам деньги, нам расписку. Ну, подумайте сами. Откуда у меня может быть столько денег? Холодненько, вспомните. А, верно. Верно. Откуда у вас столько денег? Так у вас, значит, все в порядке. Все. А желудок в порядке? Волнейший. Я, вы знаете, очень здоровый человек. А сны вас тяжелые не мучат? Нет, не мучат. Но пока. Куражечку милицейскую. Не забудьте. Да, да, да. Тут я умоляю вас, не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку. Всего хорошего. Будьте здоровы. Интересный вы человек, Александр Иванович. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе.